Hey, с вами Маша Мэй. Сегодня я снимаю свою третью часть про мой первый личный дневник. Итак, приступим сразу к ней. Здесь все про имя Марию. Вот, нашла на сайте, но сократила, но получилось довольно-таки много. Вот, здесь мы ездили на вулкан Тейде, вот, кто знает, на Тенерифон, да. Вот, и потом заезжали в магазин, купили новые маркеры и скотч из Дисней. Очень классные, вот. Они будут у меня встречаться на некоторых страницах. И здесь продолжение записи, тут было классно. Вот, реально было просто супер. Вот, здесь было день рождения двоюродной сестры мамы. Вот, мы ездили, короче, на яхте, должны были увидеть дельфинов. И китов мы увидели. Правда, я ожидала, что будут, знаете, типа синих китов, вот. Но это китопилоты, вот. Но дельфинов мы так и не увидели. Зато с китами-пилотами поплавали. Ну, они, короче, нас сопровождали на яхте, вот. Здесь такой плакатик, ну, типа, что ли, коллажка с наклейками по теме «День рождения». И тут написано «С днем рождения, Света». Просто двоюродную сестру мамы зовут Свету. Здесь моя неделя. Довольно-таки яркий разворот. Мне очень нравится. Есть несколько планов. Вот. И на эти дни я что-то не писала. Здесь, не знаю, мне не нравится эта страница. Просто рисунок Лугилав сюда вклеила. Вот. Рисунок мне нравится, но как оформила, не очень. А здесь страница желаний, вот, как-то, знаете, самое главное то, что написано желание, а не как оформлено. А здесь была годовщина свадьбы родителей, вот, и в этот день мы просто тупили всей компанией, вот, и важные размышления не буду показывать очень лично. Здесь вот такой рисуночек, вот, здесь мы ездили в замок Кастильо Сан-Мигель, что переводится замок Сан-Мигеля, Святого Мигеля, по-моему, Сан, я не знаю, что это. Тут, короче, заметка. И здесь еще одна распечатка, только черно-белая. Вот, тут кармашек, и там лежит брошюра. Здесь 15 новых декоративных скотчей, как раз-таки с Дисней. Вот они. Очень классная. И еще вот. Здесь такой кармашек. И тут лежит обычная дневниковая запись. Просто там были волны из-за скотчей, поэтому неудобно было писать. Здесь мы ездили в Тенериф и Перл. Вот. И тут вот такая штучка. Короче, всю про мою жемчужину информация. Вот. Здесь обычный день. Мы ездили кататься, опять же, на поезде, автобусе. И тут разные заметочки. Здесь страничка «Каджаль», то, что мы не посетили Сиам Парк. Вот, в следующий раз обязательно посетим и «Адскую щель». Обычная дневниковая запись. Здесь я заболела, и мы собирали вещи, мы должны были улетать. Вот. Здесь как раз-таки самолет. Вот, тут билетики, я их уже позже наклеила. Вот, и запись, короче, я же болеющая туда поехала, ну, на самолете. Вот, и у меня поднялась температура практически под 40. Блин, это было что-то ужасное. Мне сбивали температуру, вот. И это уже страница будет в следующей части. Всем пока, до новых встреч и новых видео.